Остановочка. Вода начинает меняться. Видите светлую полосу позади? Это невероятно. И вы знаете, я такой воды еще нигде не видела. Она из такой грязно-зеленой переливается в зеленую, потом в светло-зеленую, желтую. И это настолько красиво, я нигде не видела еще такой воды. И вы знаете, она ничуть не хуже смотрится, чем Карибское море. Мы приехали посмотреть птичий остров, мы его проехали, и здесь живут розовые фламинго. И к ним нельзя подплывать ближе определенного расстояния. И они вот так вот ходят. Тут, видимо, настолько мелко, что им по колено. Фламинго по колено. И вот мы на таком расстоянии смотрели их, приближали, фотографировали. Фламинго в этих местах ходят компаниями. Одна компания, вторая, третья. И вот мы проехались по трем компаниям. Ну, конечно, хотелось бы поближе подойти. Так, тут такие огромные птицы сидят, еще черные. Вот они, посмотрите, какие они огромные сидят. Так, их не видно, они, видите? О, ничего себе, как эти. Да, вот я вот здесь проезжала. Да, вон они какие здоровые. Баба еще белого, вон наверху, видишь, сидит белый прямо на кусте. Ага. Баба его увидела. Ничего себе. Я баба глаз алмаз. Не говори. Где? Да, вон наверху белый сидит. Вот он, вот он. Вот он. Вот он, на верхушке. Да не, белое пятно он. Филипп свое слово везде вставит про тебя. Куда, девчонки? Точно как из фильма это. Люди, помогите им еще по флагу дать. Знаешь, как вроде посередине реки тут, а это... порода на этом острове, как бы, ну вот как глина, очень мягкая и вяжущая. Help написано. Как они залазят? Там дно противное такое. Слизь. Глина такая. Давай. Так, приехали, нас в Синод привезли. Это по пути, вот мы сейчас на лодке ездим. И тут на каком-то острове вот этот Синод шикарный. Так, пошлите, Филипп, не упади. Тут водятся крокодилы, написано. Так что нужно быть очень осторожными. Гоняет крокодила? Что он, кого гоняет? Ну-ка,
Давай смотреть. Смотрите, тут дом. О, вот это вот. О, кто это? Смотри. Смотри, да не кричи. Смотрите, вот, смотрите, крабы. Вон, ползет. Вот. Ну а вот они, смотрите, это их норки, норки. Ничего себе, ага. Вот они, вот он, вылез, вылез. Их там прям куча, они бегают. Ага, вот, вот дырки, вот видишь, они прямо туда залазят. Вот такие прямо интересные, вот такие. Да. Лианы вот такие. Остров вроде бы был нелюдимый, как будто вообще тут никого нету. А везде народ. Где-то посередине воды. Посмотрите. Все сделано. Люди приехали как-то. Вечером поехали вообще. Да? Ну, конечно, так не жарко, идешь уже. Ну да, да, жары-то нету. Сколько тут, интересно, всего сенот? Один? Смотри, какие. Да, вообще шикарные. Вот там гамаки. Можно отдыхать. Здесь барбекю жарить. Принести что-то компании, сидеть, купаться. Ой, вот эти кресла, это вообще мои любимые. Это моя любовь. Вот такие. Очень. Да? Да, да ты что? А ты не знала, наверное, что он на острове? А, ну вот видишь, что? Ничего себе. Жилет надо брать, наверное. Да. И все, что ли? И это все, что ли? Да. Да? Ничего себе. Ну ладно, хоть да. Такое. Не страшно еще? Давай сильнее. Сильнее. Давай. Есть. Давай, солнце делай. Солнце? Солнце. Точно? Да, давай. Это какое солнце? Чтобы я вокруг. Раз, вверх и вниз. Вверх и вниз. Вверх и упала. Сейчас чуть-чуть. Надь, ой, все, вот у меня вырвет сейчас. Фу, как противно. Ой, Филипп, нет, сейчас я остановлюсь. Фу, голова аж закружилась, прикинь. О, как противно. А можно меня кто-нибудь раскачать? Сейчас у тебя раскачать. Фу, как противно, замутило. Илья, раскачать меня? Только прям плохо. Вот пойдем на какой-нибудь. А можно, Юля, это можно? Вот так заматывайся. А что? А как красиво. Вот сюда, на этот день? Сейчас я встану, да, я туда мне пойду. Кокосы везде валяются. Господи. Так, тут, видимо, переодевалки. Видите, все как сделано из дерева, красиво. Да, тут туалеты. Я вон на те кресла иду. Конечно, не хватает подушек на этих креслах. Ноги больно. Ее подушки убрали. Ага, пошли. Не надо! Самое то! Thank you.
Да, на Мальдивы приехали. Представляете, 4 раза вода поменялась, пока мы ехали. Не меньше, не меньше. Обалденно. Приехали, а у нас денег не хватило. Оказывается, 500 песо, это было не за всех нас, а за каждого человека в отдельности. И мы с Леной пешочком прошлись до отеля по берегу, где-то минут 10 принесли деньги, ждал нас водитель этой лодки и расплатились.